Приветствую вас, и давайте для начала попробуем определиться вот с чем. Вы написали, что весь день доставали мужа. Это значит, что вы испытывали негативные эмоции, которые вы уже проецировали на него. Исходя из этого, можно сделать несложный вывод, что вы проецировали на него свои переживания. Все, что вы говорили ему, относилось в действительности к вам. И тогда встает следующий вопрос. Что у вас происходит, лично у вас происходит такого, что рождает негатив, что подпитывает его, что, собственно говоря, заставляет вас так себя вести. Какие негативные эмоции, какие конфликты, какие противоречия вы чувствуете, что не можете их сдержать, не можете самостоятельно справиться и переносите это на вашего мужа. Может быть, муж-то как раз сам в этом отчасти виноват. Но он не понимает, в чем он виноват. И вы, наверное, тоже не понимаете, в чем он виноват. Потому что не осознаете того конфликта, который есть у вас. Значит, для начала необходимо успокоиться. И подумать. Вот тогда, когда вы начинали его доставать, что вы чувствовали? И чем эти чувства были вызваны? Чем они были продиктованы? Откуда они взяли свое начало и почему? Может быть, ваша жизнь требует перемен. Каких перемен, естественно, знаете только вы, но каких-то перемен требует. Вместо того, чтобы доставать мужа, попробуйте понять, что же вам не нравится, чего же вы хотите. И вот это донесите до супруга. Это постарайтесь ему объяснить. Предварительно, конечно, извинившись за форму своего общения с ним. Причем извиниться здесь нужно именно за форму. За то, что вы его доставали. За то, что вы кричали, может быть, ругались. Вот за это нужно извиниться. Не просить его прощения за смысл, потому что смысл здесь, я думаю, продиктован вашим совместным поведением, а именно за форму. И о чувствах лучше не говорить. Потому что, допустим, вы были в кризисе, и вы являетесь сейчас, находитесь в кризисе. Мужчина тоже находился под давлением эмоций. И мы не берем в расчет того сейчас. Есть чувства у вас, есть чувства у него. Это все на данный момент не важно. Важно, чтобы вы осознали для себя, что является вашей проблемой. Какие у вас проблемы? Какие у вас конфликты, и наметили пути их разрешения. И тогда, когда пути разрешения будут намечены, вы сможете понять для себя, какое место в этом занимает супруг. И что же, собственно, требуется от мужчины для того, чтобы вы разрешили свой конфликт и получили то, что вы хотите. А если у вас не получится сделать это самостоятельно, тогда нужно обратиться к психологу и постараться вместе с ним разобрать вашу проблему, дабы облегчить жизнь в первую очередь вам, а в последующей очереди окружающим людям. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.